Спасибо. Динамо без вас и без других игроков, вызванных в сборную, вот, сильно потеряет, как думаете? Да, я думаю, у нас нету незаменимых игроков. Здесь длинная, как бы, скамейка, я как бы считаю, любого поставят, и он также равноценная замена будет. Так что я думаю, это, ну, не вызовет никаких трудностей. А вообще по поводу пауз все-таки нужны вот на матче сборной, как думаете? Я как бы не знаю, это не мне судить, да. Вот. Раз уж есть такой, как бы, график, мы подстраиваемся, под него готовимся. Ну, Долина, так, давайте, ну, заканчиваем. Все как бы в равных условиях находятся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.